От работы ливневой канализации зависит, будет ли здесь лужа после каждого дождя или нет. Во время своего визита во двор, контролируя прошлогоднее благоустройство, жители обратили внимание главы города на забитую и нефункционирующую канализацию. Сергей Гриднев дал поручение заместителю руководителя администрации Максиму Копылову принять меры по восстановлению канализации, а кроме этого потребовать исполнения гарантийных обязательств после ямочного ремонта тротуара, убрать ветки и завести песок в песочницу.